Доброе утро. У нас выпал опять снег. Я пришла с урока. У нас было опять изложение, делали письменная речь. Вот я его сделала, поэтому меня чуть-чуть пораньше его отпустили. Ура! Есть больше времени отдохнуть. Да, сейчас Эми пройдет. Я не знаю, что мы будем кушать, наверное. А потом еще устная речь. Кушать. Эмилия Гринько. Отстань меня. Кушать пошли. Чего я тебе отстать-то? Но сегодня Сусанна угостила рождественскими пирожками, такими вкусными, из слоёного теста. Спасибо большое. Давай, пошли кушать. А то сидела на уроке и ныла, что она хочет есть, и теперь уже не ест ничего. Уже много часов после этого. Логика? Нету. Отстань от меня. Мы опять поспали сегодня. Сейчас кушаем, готовим. Ой, темно. Приготовили кушать. Гречу вчерашнюю, рис, салатик, авокадо. Без мяса сегодня. Мы днем кушали курицу. Ждем. Вот такой шедевр. У нас сегодня. Всем приятного аппетита. Эми у нас в коридоре болтает. Я буду кушать. Мне кажется, нам пора выкидывать нашу хурму, потому что ее никто не ест. Она, конечно, вот это еще до сих пор твердая. Вот это более-менее мягкая. Я последний раз, когда ее неделю назад ела, она очень влезала. Во рту прям такая корка. Вот, и то, что мы их купили 3 недели назад, наверное, говорит о том, что ничего хорошего в них нету. Что он до сих пор не в плесени. Это очень странно. И что они до сих пор темные. Ой, темные. Что они до сих пор твердые. Я их, наверное, выкину. Потому что Эми их не ест, а я их тоже давиться ими не хочу. Сейчас буду пить чай. Эми хочет смотреть ужастик. Да, называется «Затащи меня в ад». Да. А я хочу сделать влог. Поэтому... Она не хочет со мной смотреть. Да, я уже насмотрелась. Ой, я уже насмотрелась. С компьютеров. У нас еда кончается. Завтра... Что у нас целая кастрюля риса? Ну, рис. Ну, всякие. Кстати, насчет... Ой, насчет хурмы я ее выкидываю. Ты ее не будешь есть? А что с ней? Ну, а то, что она у нас 3 или 4 недели лежит, она до сих пор твердая и не плесневеет, уже даже говорит о том, что с ней что-то не то. Это раз. Во-вторых, она твердая, в-третьих, она это. Вяжет очень. Ну вот это, в принципе, нормально. Нет, давай их выбросим. Вот я так и подумала, что ты их есть не будешь, что я так теми. Ела. Ладно. А, ну да. Поэтому я буду сейчас влог делать и поэтому всем спокойной ночи. Кошки-ножки. Всем пока-пока.